А в парке имени Олега Степанова прошла праздничная программа «Пасхальное воскресенье». Несмотря на дождливую погоду, дети и взрослые отгадывали загадки и танцевали. Юные гости парка участвовали в конкурсе «Пасхальные узоры». Участникам и победителям вручили сертификаты на посещение аттракционов в парке «Питомник», а также памятные подарки. Сегодня отмечается светлый праздник Пасхи. Естественно, мы приглашали всех гостей и жителей города Серпухова. Всех угощали куличами, катали яйца, ну и много всего интересного. А 30 апреля здесь состоится открытие паркового сезона. Уже в эту субботу сюда вернутся всеми любимые лебеди Степа и Стеша. Запланированы конкурсы, интерактивные игры. Приходите.